В ходе телефонного разговора знакомые Ленинска-Кузнецкого повздорили, после чего решили встретиться и выяснить отношения поздно вечером. Обе стороны находились в алкогольном опьянении, и сразу же конфликт набрал обороты. Обе стороны находились в состоянии алкогольного опьянения, и сразу, не разбираясь, в ходе конфликта были причинены ножевые ранения. Изначально уголовное дело было возбуждено сотрудниками полиции, но в связи с тем, что была установлена причастность, что одним из фигурантов у нас является несовершеннолетний, уголовное дело передано нам по подследственности. Следственным отделом по городу Ленинск-Кузнецкий Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области Терекузбасу расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом Б части 3 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении двух лиц. Предварительное расследование по уголовному делу продолжается. Проводятся другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Показания разнятся, проводятся очные ставки, допрашиваются дополнительные свидетели, назначены все экспертизы, проводятся следствия, допрашиваются свидетели и обстоятельства. Все обстоятельства совершенного преступления будут установлены в ходе следствия. Уголовное дело после расследования будет направлено в суд города Ленинск-Кузнецкого для рассмотрения по существу.